Всем привет! Сегодня я хочу научить вас выставлять камеры в 3ds Max для того, чтобы для моделей делать обвес, сравнивать модели по кривизне, общей геометрии, для чего угодно вообще. Может быть, даже ставить камеру в сценах. Так вот, драг-н-дропом кидаем фотку сюда. Нужны нам машины и рендеринг, рендер сетап, и тут кастом ставим разрешение, мне 2.2.3.8.3, у нас 32. В принципе, ничего не изменилось, потому что у меня и так правильно, а нет, вот, чуть-чуть сжал, потому что так было бы корректнее. Теперь нам нужна модель, которую будем ставить в камеры. Cops Edition. Мы для начала отмасштабируем, чтобы нам было проще работать. Всякое не нужно ли. Всякое дерьмо не нужно абсолютно. Лоды всякие и тому подобное. Тан-тан-тан-тан-тан. Что это такое? Как-то очень странно выглядит данная антенна, но видимо так нужно. Фотография. Вот обычно у нас так стоит. Выбираем вот эту линейку. Компоинт. Move перемещение. И по Previous Vertex. Все. Компоинт выбираем первый. Первый сюда. Второй у нас сюда же не получится. Мы поставим, допустим, сюда. Так. Сюда. Потом где-нибудь снизу вот так вот. Вот так вот. Наш GPU. Серединку сюда наш зазорчик. В данном месте. Вот тут. Вот тут. На крыше вот тут вот. Два. И где еще можно? Можно, например, вот здесь и. Где стык видно, вот здесь. Ну, еще где-нибудь можно вот. В принципе, здесь. Сколько у нас вышло? 16 камер, охренеть. Так. У нас этой вот херни обычно нету тут. Утилит. Это необычно. Мор. И тут вот камер матч. Убираем, и вот она у нас вылезает компонент info. Первую выделяем и assign position. Первый у нас, как мы поняли, вот тут. Первая. Вторая. Где-то вот тут третья. Четвертая. Пятая. Это у нас где? Это у нас вот здесь. Шестая. Седьмая у нас сзади. Окончание крыла. Восьмая у нас здесь. Опа. Девятая. Помнится, была повыше. Ну, в принципе, от нее сильно погода бы не испортилась. Но. Так, десятая у нас. Чуть-чуть. Одиннадцатая, кажется, тоже сзади. Двенадцатая у нас на лобовом стекле была. Да, вот тут. Тут двенадцатая, тут тринадцатая. Четырнадцатая у нас на морде вот здесь.
15 здесь, 16 с краю. Create камера. Ортографии, ну, ортографии, перспективы камеры. Камера номер один. И у нас такая штучка получается. Это можно все убрать. Камеру, в принципе, можно все поудалять. Wireframe. Еще один бандфоба. Можно еще сделать так, чтобы лишняя всякая дребедина не мешала. Файлинг селектед и Object Properties. Backface Cool. Ну, практически встает. Учитывая то, что я не особо ровно выставил. Тут она немного неровная. Это вообще отвода, по-моему. Ну, не важно. Плюс-минус, в принципе, нормальная модель. И таким образом можно выставить несколько камер. Можно, допустим, сделать плавающий вьюпорт, в него спихнуть эту херню. Где она у нас? И камеру. Хоба. Так. Розовенький, допустим, так, да, вот репорт, у нас такая балда. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.